We'll be right back.
Мама цапля. Жила-была цапля. Это была самая обычная цапля. Только один край. Мама. Я мама? Ну что ты, малыш? Я не мама. Но утенок повторял: мама, мама. Вот привязался. Ну что мне с тобой делать? Она пыталась объяснить утенку, но у нее это не очень получалось. Хорошо, хорошо, я буду твоей мамой. Только зря не пищи и слушайся. Вечер тихий, вечер ясный. В небе месяц золотой. Спи, усни, малыш прекрасный. Мама рядом, я с тобой. Как-то утром на другом конце заводи появился человек. Как же ты попал в мешок? Удивилась цапля. У мамы нас родилось шестеро, пятерых взяли, а меня не взяли. И хозяин решил меня утопить. Мама, где моя мама? Ну не плачь. Ну хочешь, я тебя возьму и буду твоей мамой. Но главное, не ссорьтесь, малыши. Мы теперь семья и должны друг другу помогать. И зачем туда забрался? Хотел малину сорвать и провалился. Отсюда мне не выбраться. Бедняжка, где ж твоя мама? Прыгали от радости малыши. Не плачь, медвежонок. Теперь твоя мама цапля. Вечер тихий, вечер ясный. В небе месяц золотой. Спи, усни, малыш прекрасный. Мама рядом, я с тобой. А на утро к цапле прилетела подруга. Тоже цапля. Эй, серая, привет! Сегодня на Серебряном озере птичий бал. Танцы с кавалерами, музыка, угощение. Полетели!
А как же дети? Как я их оставлю? Ну, только один вечерочек. Там будут иностранные гости. Африканский попугай, памирский удод. Памирский удод. Но если только ненадолго. И мама цапля не устояла. Кого только не было на птичьем балу. Соловьи заходились трелями, тетерева раскидывали свои пестрые хвосты, а наша цапля кружила в танце с невероятным памирским удодом. И вдруг она что-то почувствовала, что-то неладное. Простите меня, уважаемый удод. Прощайте. Не смей обижать моих детей! Даже тигр не устоял бы перед такой атакой. Я здесь. Я с вами. Детки мои. Спокойно и весело было детям с мамой цапли. Но однажды... Кря-кря! Сыночек мой, ты жив! Мама... Да, это я. Плыви же ко мне, мой родной. Беги, малыш. Это же твоя мама. Поздоровайся с братьями. За мной. Сынок, стой! Это ж я, твоя мама! Мама! Мама, мама, мама! Я провалился в глубокую яму. Меня спасла цапля. Меня чуть утащил охотник. Я научился ловить рыбу. Прощай, малыш. А на следующий день нашлась мама щенка. Цапля! Я люблю тебя! Thank you.
ящике кто-то явно всхлипывал и звал: «Мама, мама, где моя мама?» «Эй, малыш, не плачь, теперь я твоя мама». Лентяйка Василиса. Я набрала корзину ягод и букет цветов. Теперь пора домой. Бабушка, у меня очень ножки болят. У меня очень ручки болят. Отнеси меня домой. Посмотри, моя ягодка. Какая ты уже большая. А я старенькая совсем. И так уже устала, что не смогу тебя нести. Васенька, догоняй! Ах так! Бабушка, отнеси меня домой! Ну как же так, Василиса? Эй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бабушка! Вернись! Ножки болят, ручки болят. Бабушка ушла, внученьку свою бросила. Как я попаду домой? Кто меня отвезет? Девочка, не кричи. Я девочка Василиса, а ты кто такой? А я зайчик-попрыгайчик. Вот. Садись мне на спинку, и я мигом тебя отвезу. Ура! Веди себя тихо, чтобы нас никто не заметил. Зайчик, ты чего? Мне страшно. А там кто-то есть? Да нет там никого. Да? Ну, тогда поехали. Ух ты! Эй! Что? А вдруг там уже кто-нибудь есть? Да, конечно, есть. Кто есть? Я есть! Не хочу больше вставать в кустах сидеть. Никакой тебе попрыгальчик. Ты самый обычный зайчишка-трусишка. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой! Скачи, куда скакал! Ножки болят, ручки болят. Бабушка моя ушла, а зайчик всего боится. Как я попаду домой? Кто меня отвезет? А, бедняжка, давай я тебя отвезу. Я?
девочка Василиса. А ты кто такая? Я большая виноградная улитка. Влезай на крышу моего домика. Он хоть и маленький, но крепкий. А ты боишься всего, как заяц? Нет, я же всегда могу спрятаться в свой домик. Влезай, влезай. А мы быстро приедем домой? Быстрее всех. Поехали, улиточка, поехали. Виноградная улитка. Справлюсь как-нибудь. И без тебя. Ого! А ты кто такая? А я гнедая лошадь. А я Василиса. И я тебя, Василису, отвезу. Уважаемая гнедая лошадь. Да, это я. А ты не будешь прятаться и дрожать? Я? Или медленно ползти? Я же лошадь. Садись мне на спину. Ой, И крепче держись за гриву. А зачем? Но мы же еще не доехали. Ты слишком страшно скачешь, гнедая лошадь. Тогда адьё, что бы это ни значило. Эй, лошадь, а как же я? Ножки болят, ручки болят. Гули-гули. Боится улитка, еле-еле ползет. А это может... Как я попаду домой? Кто меня отнесет? Гули-гули. Я самый хороший сизый голубь. И я тебя, девочка, отвезу. А я Василиса. Гули. А вдруг ты будешь дрожать? Скакать или ползти? Гули-гули, девочка Василиса, я все делаю очень хорошо. Ну, если хорошо... Да что ж такое? Гули-гули, это нехорошо. Добрая птичка, поскорее спусти меня на землю. Гули-гули, это хорошо. Все, птичка, это было слишком хорошо. Гули-гули. Прощай, девочка.
Пусть у тебя все будет хорошо. Дорогая, милая лодочка, меня зовут Василиса. У меня очень ножки болят, у меня очень ручки болят. Лодочка, отвези меня, пожалуйста, домой. Я уже очень старая и совсем рассохшаяся лодка. Ничего, ничего. Зато дрожать, скакать, летать ты не будешь. Чего? Лодочку. Ладно, девочка, садись. Ура! Я надеюсь, тебя-то отвезу. Вот, я тебе говорила. Ой, я тону! Я тебя предупреждала. Помогите! Мостик! Ой! Я говорила. Серый козел, и я могу тебя отвезти. Ага. А я Василиса. Девочка, которая ходит ножками сама. Браво! Ишь ты, помощничек. Думают, такие добренькие. Лучше я своими ножками пойду. Бабушка! Василиса! Внученька моя! Бабушка! Ура! Васенька моя! Добралась сама! Любимая бабушка! Злата! Вот, приберись, пожалуйста. Злата, надо убраться. Пеманная каша. Смотрите. А? Манная каша очень полезная. Злата, пора учить уроки. Я переезжаю в зоопарк. Ну хорошо, только не забудь зубную щетку. Мы к тебе зайдем в гости. Угу.
Привет, Злата. Мы пришли тебя проведать. Как же хорошо мы провели время. Пока-пока, Злата, не скучай. Мам, пап, я тоже хочу домой. Ну а как же манная каша? Я вас люблю, я полюблю манную кашу. И уборку? И уборку, и уроки. Хорошо. Хорошо. А я все съела. Молодец, Злата. Умничка. А можно я приглашу своих новых друзей в гости? Жила-была девочка Даша. Очень симпатичная, но непослушная. Ни в школе никого не слушала, ни дома. Так, малявка, чего это ты тут так тихо сидишь? Эй, это же моя Барби! Убью! Ах ты, гадость! Хорошо, вот сейчас придет людоед и съест тебя. Вместе с косточками. А я не боюсь. Ой. Ай. А в это самое время под окнами проходил настоящий людоед. Услыхал он эти слова и, конечно, страшно обрадовался, потому что наступило время ужина, а на ужин у людоеда никого не было. Добрый вечер. Здрасте. А вы кто? Давайте знакомиться. Петр Ильич, людоед. И что дальше? Пришел есть вашу сестру, как вы и хотели. Меня? Ага. Не ожидала сестрица такого сюрприза. Но слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Только вы, пожалуйста, побыстрее ее ешьте, чтобы девочка не мучилась.
Не беспокойтесь, у меня и папа людоедом был, и мама людоедка. Так проглочу вашу сестренку, что она даже и не заметит. Куда? Полезай-ка-то лучше в кастрюлю. Варись ровно 40 минут и не забывай себя регулярно помешивать и подсаливать. Тут только Даша ясно поняла, что она одной ногой в могиле стоит. И если сию же секунду чего-нибудь не придумает, то и другой ногой в могилу встанет. Петр Ильич! Петр Ильич! Чего? А вы знаете, что вас зовут точно так же, как и великого композитора Чайковского? Да ну, врешь, поди. Чтобы людоеда звали, как и великого композитора, да в жизни не поверю. А вот и не вру. Я даже могу станцевать его балет. «Лебединое озеро». Ух ты, как здорово! Все, решено! Я тоже буду композитором! Но только чтобы стать композитором, вам придется есть одни одуванчики! Людоед тотчас бросился варить щи из одуванчика. Ну ладно, Петр Ильич, пора мне домой бежать. А то там мама с папой, наверное, уже с ума сходят. А вы ешьте побольше одуванчиков и попробуйте сочинить оперу. Фух. Доченька, ты вернулась. А где людоед? А, оперу сочиняет. А на следующий год опять Петр Ильич пожаловал. Такой важный. И не подумаешь, что когда-то людоедом был. Здрасте, а это опять я. Разрешите пригласить вас в оперный театр на премьеру моей оперы «Я никого не ем». Ура! Я никого не ем совсем-совсем. Я никого не ем совсем-совсем. Овсяная каша, зеленый салат, петрушка и сверху морковь и шпинат. Как это чудесно, как это прелестно и весьма для здоровья полезно. Я никого не ем совсем-совсем. Я никого не ем.